Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Аверлорд, вы на канале Авергейминг, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Transport Fever 2, и в этой серии мы продолжаем развивать свой транспорт. Как вы видите, не зря я начинаю эту серию с грузового поезда, так как наконец-таки я переделал их полностью и добавил сюда новенькие вагончики, которые у нас были добавлены, если уже довольно-таки давно, сейчас самое главное, которое должен был заменить, сейчас подъедут, и, собственно, вот они, да, это такие вот 8 милосные большие цистерны, прям, ну, классные штуки, на самом деле, мне прям заходят очень сильно. Кому тоже нравится, можете сразу же влепить лайк на этот ролик, будет мне очень приятно. Спасибо большое всем, кто это прямо сейчас сделал. Собственно, вот таким вот образом теперь у нас выглядят наши грузовые составы. Также вот новые полувагоны тут у нас есть, да, вот такие вот тоже полувагончики есть. Цистерны, конечно же, тут, ну, короче, полный набор всех самых новых крутых вагончиков. Правда, это вот у нас получается состав еще с 2Т-10Л. Конечно, у нас есть уже М62, точнее 2М62, ну и обычный М62, конечно, тоже есть, но вот, как бы, нас пока что его не особо негде пристроить, но можете, кстати, еще в комментариях написать, нужно ли нам, как бы, по большей части уже наши тепловозы заменить какие-то более новые, типа Машек или там подобное. Может быть, кстати, как раз таки это 2Т-10Л можно было бы, на самом деле, заменить, наверное, на Машку, но ладно, пусть пока что тут ходит. И, во-первых, перед тем, как мы перейдем к просьбам, которые я выполнил, собственно, когда я расскажу про ваши просьбы, перед ними, я хочу вам показать очень и очень такие большие обширные изменения, так как вы уже можете на самом-то деле их видеть, получается. Да, я уже почти что достроил сам Белоград. Вот, получается, у нас тут новенький райончик готов, уже получается с новыми зданиями, собственно, с П-30, такими вот красавчиками большими. А если даже с вот такими вот зданиями есть, конечно же, да, вот у нас еще башня, там, не помню, Тишинская, как-то так она называется, не помню, я ее ставил в Белграде или нет. Да, ставил, вот они, собственно, Тишинские башни, или как они там называются, честно, не особо помню. Можем даже, наверное, так вот каким-то образом быстренько посмотреть. Вот таким вот образом, да. Вот, собственно, да, это вот Тишинская, да, действительно, башня. И вот, собственно, их тоже, конечно же, поставил. Но ладно, думаю, что вы сами поняли, конечно же, Белград это далеко не все. Как вы уже, наверное, вы не поняли, наверное, вас сейчас придется мне сказать. Сегодня, скорее всего, получается, в четверг, 2 июня, этот ролик вряд ли выйдет, так как он должен будет получиться, конечно, не особо большим, но не особо маленьким. И как бы записываю его уже утром этого же самого 2 июня, получается, в четверг, так что выйти он, скорее всего, не сможет. Так что, сорян, но зато выйдет он в пятницу, и зато у нас в этой серии будут очень и очень большие обширные изменения. Также, придем в Санкт-Петербург. Здесь у нас тоже очень большие изменения. Как видите, здесь вот я тоже много новых зданий поставил. Здесь у нас район, можно так сказать, новый. Вот этот вот уже просто родился, да. И вот этот вот район тоже достроится. Конечно, здесь у нас, так скажем, питерская застройка, как мне объяснял визирочек, да. Вот 2ЛГ-600, это у нас питерские здания. Собственно, вот они у нас тут находятся. Также, вы, думаю, видите, что это когда-то у нас была, так скажем, конечная станция где-то на окраине, теперь это у нас центральный проспект, как бы, да. Ну и также по поводу Питера еще у нас очень и очень крупные изменения у нас были есть по поводу трамвая, потому что, как вы помните, у нас было раньше две, так скажем, отдельные трамвайные системы в наших микрорайонах, получается. Вот у нас была одна вот такая вот, получается. Вот тут у нас одна конечная, вот тут конечная, и вот тут, собственно, тоже конечная. И вторая система, которая была тут одна конечная, и тут всего лишь вторая, то есть на один буквально маршрут. Но теперь, с расширением, получается, этого района, мне пришлось добавить еще одну такую вот конечную, собственно, вдоль всего этого, так скажем, нового такого большого проспекта у нас появились новые трамвайные пути, которые присоединились к нашей первой, получается, трамвайной системе. И теперь у нас в Питере, так скажем, одна единая трамвайная система. Большая, такая красивая и на очень-очень много линий. По-моему, на 5 или там на 6 штук аж. Ну, короче, таким вот образом у нас теперь выглядит Санкт-Петербург. По-моему, очень даже неплохо, так скажем, да, выглядит. Реально хорошо выглядит, да. Ну и теперь к самому главному, собственно, это, конечно же, Киев, да. Вот его я тоже уже почти что достал, даже аж немного пролагал, когда я на него переключился. Собственно, вот у нас получается, вот эти вот райончики тоже я уже почти, так скажем, достроил. Скорее всего, Осокорки и Поздняки мы строить вряд ли будем, так как особо много новостроек у нас в Transport Fever 2 модов нету. Но если тут появится, то, скорее всего, мы все-таки ее построим, да. Но это, скажем, более новый район, Осокорки и Поздняки, так что мы их все равно сейчас вряд ли сможем построить, так как она, ну, просто новостроек таких
нету у нас никаких. Также, конечно, здесь это уже под достроем. Вот это вот район у нас тоже почти что, ну, как бы, не почти что, он реально уже достроен, собственно, в районе этой, вроде под Шайной, бывшей Петровки, получается, у нас все достроено. Здесь у нас тоже достроен еще новый микрорайончик такой вот. Здесь тоже все готово. Короче, не, ну все очень даже хорошо. Здесь у нас, как мне кажется, сделано. И можете сразу же влепить лайк, на самом деле, если вы этого еще не сделали, за такой, так скажем, дострой. Как вы видите, я очень хорошо постарался вне серии, да? Ну, конечно, у нас еще не все готово, у нас пока что нету Воскресенки и Троещины, но в ближайшее время она тоже, конечно, уже у нас появится. Но и давайте напоследок все-таки скажу, да, я и, собственно, Одессу тоже я застроил, собственно, таким вот образом она у нас тоже теперь выглядит. Ну и также, как я обещал в предыдущей серии, я проложил все автобусные маршруты, которые у нас, так скажем, были не проложены по нашим микрорайончикам. Собственно, я запустил автобусные маршруты новые в Одессе, в Киеве, в Санкт-Петербурге и в Белограде, собственно. Теперь у нас тут дохренище автобусов. Я точно помню, что в Киеве у нас выехало более 100 автобусов. Получается 42 Икарусов 280, 42 Икарусов 260 и 42 Лязов 677. Это только в Киев. А в остальные города вы как бы представляете, что в другие города еще повыезжало. Так что у нас автобусов 200-300 вне серии у нас, так скажем, новых выехало. Так, ну что ж, в принципе, по поводу того, что я делал вне серии, более-менее все. Так же, как вы видели, я уже говорил про это в начале, то, что я переделал наши грузовые составы на более новые вагончики, так скажем, да. И вот теперь, в принципе, со всем, что я делал вне серии, можно, так сказать, все. Хотя, ну, немного к другим изменениям перейдем вот прям вот очень-очень скоро. Получается, теперь перейдем к вашим просьбам, которые я выполню. Получается, первая просьба, получается, от Уральчика: сделай кольцевой маршрут автобусов. Собственно, он у нас уже есть, я не помню, честно, какой это именно был маршрут, но он у нас есть. Точно помню, что у нас был междугородний. Давайте как-то даже вот так вот лучше сделаем. Так, у нас получается вот 167 маршрут междугородний. Получается, конечно, он идет не прям по всем городам, но по большей части он реально проходит, так что, ну, думаю, что нам нет смысла как-то строить какой-то новый маршрут, этот междугородний, так как он у нас уже попросту есть. Конечно, он не доходит до Ярославля, Казани, получается, Одессы и Севастополя, но все же, как бы, ну, он очень-очень большой, кольцевой, и, как бы, не думаю, что есть смысл как-то его переделывать дополнительно и как-то строить новое. Это просто, ну, бессмысленно, как я считаю. Дальше назови конечную станцию в Белограде, Котельники или Выхино. Собственно, ну, я этого сделать, увы, не могу, так как у нас попросту нету больше свободных станций метро. Это как-то такое себе. Если ты, Уральчик, имел в виду не станции метро, а какие-то автобусные станции, то, пожалуйста, продублируй эту просьбу под этой серией. Получается, далее сделают депо возле СПБ в виде, ну, в депо, короче, поставят запасные метровагоны. Сделать этого я тоже, увы, не могу, так как попросту ассетов для, получается, этого строительства, для того, чтобы сделать запас метровагонов, увы, у нас нету. Если вдруг были бы, то, конечно же, я эту просьбу выполнил. Также он попросил сделать в Белограде проспект Академика Янгеля. Ну, с этой просьбой я справился довольно-таки легко, потому что, ну, тут ничего сложного особо не было. Насколько я помню, вот, да, проспект имени Академика Янгеля. Собственно, вот он. Итак, ну что ж, далее у нас, получается, просьбы идут от Артем Геймс. Получается, сделай кольцевой маршрут автобусов в Севастополе и запусти туда два автобуса. Я запустил автобуса вроде как немножечко больше, но кольцевой маршрут у нас готов. Собственно, вот таким вот образом он проходит. Называется он, ну, собственно, под номером 40. На нем ходит всего лишь один Икарус 260, один Икарус 280 и один Ляж 177. То есть, получается, три автобуса, но маршрут у нас кольцевой. Ну, просто на один автобус, получается, больше у нас получилось. Ну, ладно. Так-то сделай автобусный маршрут Севастополь-Белоград. Запусти туда 6 автобусов. Итак, теперь мы можем переходить, наконец-таки, получается, к другим изменениям. Собственно, как вы видите, как вы помните, в предыдущей серии у нас еще не было, получается, трассы от Белограда до Севастополя. Я почему-то в том самом таймлапсе, где я строю трассы, я забыл почему-то про этот участок. Но теперь здесь у нас, так скажем, вдоль этой трассы от, получается, Белограда до Ярославля, у нас появилась такая вот развязка, которая у нас ведет на другое ответвление, которое у нас, в свою очередь, ведет уже в сам Севастополь через Одессу. Здесь у нас тоже есть еще одна развязочка, которая у нас выходит в Одессу. Собственно, теперь у нас получается тут
есть маршрут Белоград-Севастополь номер 168-169, на котором ходит у нас, получается, на котором у нас... Так, подождите, в смысле, у нас что-то ничего не ходит, я забыл, серьезно? Авер, ты шо, ты как так-то, а? Так, управление транспортным средством. Серьезно, я забыл туда автобусы запустить? Не, ну Авер, ну это фейл, надо исправляться. Так, подожди, это у нас трамвайное депо, нам нужно найти дорожное. Так, вот, собственно, у нас дорожное, и теперь мы должны... Он попросил 6 автобусов, насколько помню, так что, ну что ж, давайте запустим 6, получается, вот... Будет 2 ЛЯЗ 677МБ, 2 Икаруса 256, и получается... Не, ну, конечно, хотелось бы УАЗик или же ПАЗик. УАЗ или ПАЗ? Мне кажется, УАЗ. Так, собственно, две штуки, УАЗики. Ой-ой, так, хопа. Теперь, получается, техобслуживание делаем мы на максимум и запускаем на линию 168-169, получается, Белоград-Севастополь. Так, вот, собственно, она. И туда теперь у нас тоже отправляются наши автобусы. Так, подождите, что это за проблема? Так, что это за такое? Что это за хрень? Я не понял. Они что, выехать оттуда не могут или что? Или как? Или почему? Да нет, вроде вот, поехали у нас, собственно, вот Икарус 677МБ, вот еще один ЛЯЗ, получается, Икарус, УАЗ, и получается, вот там, ну, точнее, не Икарус, а УАЗ и ЛЯЗ, и получается, вот у нас Икарус тоже поехали. Так, на станциях возникли следующие проблемы. Какие у нас проблемы? Это что-то, Верхняя Одесса и улица Дружбы. Получается, Верхняя Одесса, это у нас вот эта станция, да, Верхняя Одесса. Сейчас они все, что сюда заехать не могут или что? Я вас понял. Это про небольшие такие проблемы. Собственно, для этого нам нужно, получается, поставить автобусную пассажирскую станцию. Думаю, что вы поняли уже, в чем проблема. Да, я просто, получается, подключил эту линию к грузовым станциям. Классно вообще, Авер, молодец, да. Но ничего страшного, мы это сейчас быстренько исправим. Получается, вот эта вот линия. Так, управление линией. Получается, убираем 2 и 4. Так, 2, потом 3 вот это вот убираем. А, не, блин, подождите. 2, получается, убираем. Так, ну что ж, добавить станцию, получается, вот теперь сюда. Потом в сам Севастополь. Так, ага, здесь у нас тоже есть некоторые проблемки с этим. Если я тоже забыл, получается, поставить эту вот автобусную станцию, да. Ну ладно, ничего страшного, ща исправим. Так, ага, здесь у нас остановочка, получается, нельзя было это сделать. Так, хоба, вот таким вот образом это все дело разворачиваем красивенько. Так, так, вот так вот, а, все, поставились. И теперь, получается, мы добавляем станцию вот сюда. И в обратную сторону тоже делаем, чтобы они заезжали в, получается, Одессу. Итак, собственно, теперь мы эту проблемку небольшую исправили. Автобус туда запустили, и теперь здесь у нас все, так скажем, хорошо все сделано. Итак, сделал кольцо автобусный маршрут между всеми городами. Ну, собственно, вторая, точнее уже получается третья просьба по поводу междугородних линий, которая у нас уже давным-давно готова. Так, получается, дальше у нас просьбы от Витязя, от Винта, получается, запустить номерной в Санкт-Петербург, в раскрасе Санкт-Петербурга. Собственно, это у нас уже давным-давно сделано. Это, как бы, ну, такое себе, да, это у нас как бы сделано. Также запустить номерной Санкт-Петербург в других метрополитенах. Ну, я не думаю, что есть смысл от этого, потому что, как бы, ну, раскраска Санкт-Петербург, я считаю, должна быть только в Санкт-Петербурге, как бы, ну, а другая раскраска должна быть в других городах, как бы, потом киевская появится, мы запустим ее в Киеве, так что, ну, такое себе, если честно. Так что, сорян, но эту просьбу выполнять просто, ну, не имеет смысла, как мне кажется. И, получается, самая последняя просьба на сегодня, это, получается, построить пригород в Киеве. Собственно, чем я иногда занимаюсь. Конечно, в этой серии, точнее, вне серии, перед этой серией, я не занимался этим пока что, но, получается, в ближайшее время этим тоже продолжу заниматься. Итак, собственно, теперь мы, получается, всем этим делом завершили и можем переходить, наконец-таки, к планам на сегодняшнюю серию. А планы у нас довольно-таки большие, на самом-то деле. Получается, мы должны будем построить вторую линию метро в Санкт-Петербурге. Да, наконец-таки у нас появится М2 в Питере. Также мы должны будем запустить автобусы в Миколаеве. Собственно, чем мы займемся прямо сейчас.
Так, ну и в принципе также еще запланировано сегодня построить второй вокзал в Белограде. Так как вы думаю, что помните, здесь у нас такой вот пролет есть, такой очень неприятный на самом деле, на котором останавливается вроде как там 4 или 6 линий. Вот, собственно, на этих вот двух платформах целых 6 линий эти платформы обслуживают. Так что думаю, что нам бы на самом деле нужно построить новый вокзал. Находится наконец, он будет вот здесь. Он будет довольно-таки большим, в принципе. Так что, ну что ж. Будет у нас, получается, второй вокзал в Белограде. Надеюсь, что вы этому будете рады, как бы, ну ладно. Собственно, вот таким вот образом у нас это дело получается. Этим мы тоже сегодня будем заниматься. Итак, ну что ж, давайте начнем, давайте приступим. Получается, самого легкого, пожалуй, автобусный маршрут в, получается, Миколаеве. Так, кстати, надо бы нам запустить время, наконец-таки, а то у нас все это дело, ну, как бы, просто не будет добавляться у нас новый транспорт. Нам бы надо бы это исправить. Так, ну что ж, ставим остановочку, как у нас будет выглядеть, получается, маршрутик. Что ж, в принципе, наверное, как-то надо вот потом вот сюда... Да, потом как-нибудь вот сюда, через центральную часть города, в принципе, потом вот сюда, да, и вот здесь вот пусть будет у нас конечный. В принципе, таким образом у нас будет выглядеть первый автобусный маршрут в Миколаеве. В принципе, думаю, что норм, да. Или же можно, кстати, второй на самом-то деле построить, бы не помешало, наверное, да. Ну а давайте построим, в принципе, второй, чем бы и нет. Собственно, давайте вот таким образом у нас он проходит, потом вот сюда как-то, потом вот сюда. Потом здесь вот на этом перекрестке пусть он у нас продолжается, потом пусть у нас выходит он куда-то вот сюда, потом заворачивает вот сюда, ну и здесь, получается, у нас будет конечная. Так, ну что ж, создаем новый маршрут и, получается, прокладываем. Так, ну что ж, у нас, получается, первая остановочка была вот здесь вот возле вокзала, так что давайте мы от него как раз таки и начнем. Потом вот сюда, и получается здесь у нас немножечко остановочек на самом-то деле будет, да, у этой линии, а вот у второй будет уже побольше. Так, 10 остановок получается, теперь новый маршрут, и прокладываем для второй автобусной линии в Миколаеве, второй автобусный маршрут. Такс, такс, ага, здесь у нас остановочек будет чуточку побольше, но все же не намного. Так, на 14 остановочек на этой линии, в принципе, неплохо на самом-то деле, и теперь, получается, мы должны будем здесь вот поставить... дорожное депо, вот оно у нас, собственно, и из него сейчас выйдут у нас, собственно, новенькие автобусы. Так, запустим, думаю, что сюда по стандарту, как я это делал в остальных городах, получается, на каждую линию по 6 автобусов, получается, для начала закупаем, получается, 4 ЛЯЗ-77, потом 4 Икаруса-260 и 4 Икаруса-280. Делаем, конечно же, им всем техобслуживание, и теперь, получается, выбираем вот два таких, собственно, запускаем на линию 1, которой мы скоро также присвоим свой номер. Так, линия 1, и теперь вот эти все остальные на линию 2. Так, где у нас там линия 2? Мотаем, листаем, и вот линия 2. Так, сейчас пройдет автосохранение, и все эти автобусы у нас, получается, запустятся. И будет выполнять свою работу в Белограде, точнее в Миколаеве, извиняюсь, перепутал как бы, ну, Авер, как так-то, а? Миколаев с Белоградом перепутал, ну, совсем уже, да? Так, ну что ж, в принципе, вот они у нас тут поехали, молодцы, да? И теперь нам осталось только лишь присвоить свой номер этим линиям, получается, допустим, пусть у нас будет 73-я, а это пусть у нас будет, давайте, так, подождите, не то, это у нас пусть будет, давайте, даже не знаю, 87-я. Теперь проверяем, 87-я у нас дублируется, 87-я у нас не дублируется, кстати, интересно. И также теперь получается 48-я, нет, это не то, я забыл, если честно, блин, какая у нас эта линия была, как я ее называл, как так-то, а? По-моему, там 73-я, у нас, по-моему, там, ну, у нас есть, в принципе, 74-й свободный, на самом-то деле, так что давайте, допустим, 74-й, у нас там еще 20-ок, на самом деле, маршрутов очень много, как я понимаю, свободных, между 21 и 27, получается, еще целых 5 номеров линий может быть, так что, в принципе, неплохо. Ну что ж, Миколаеве мы это все дело запустили, теперь давайте самое сладенькое, интересненькое видео вокзала в Белограде ставим, давайте, на потом, и теперь перейдем, пожалуй, в Санкт-Петербург и построим здесь, получается, линию. Она у нас будет довольно-таки, на самом деле, интересная, скорее всего, здесь будет даже, наверное, 3 линии, потому что, как бы, по моей задумке, как бы, ну,
одной единой сделать не получится. Ну ладно. Итак, собственно, она будет у нас получиться на 6 станций. Для сначала будет отсюда вот так вот раз идти, 2 станции, потом вот тут вот 3 станции, чтобы был переход на станции Пушкинская. Потом здесь у нас будет оборотный тупик. И сюда будет выходить, получается, на второй круг. Здесь будет еще одна станция, потом где-нибудь здесь вот еще одна. И где-нибудь здесь вот будет еще одна, получается, станция. Ну что ж, давайте строить. Давайте строить, получается, постройки, подземные станции. Так, сделаем, получается, их на 120, не, почти на 100 или на 100, давайте на 140 метров, на всякий случай поставим, потому что, честно, не помню там, насколько они должны быть. Допустим, здесь у нас будет такая вот, у нас получается плиточка, вот таким вот образом будет выглядеть у нас эта станция. Осталось только лишь сделать у нас, скажем, платформ хайс на максимальный, и, получается, пути мы должны поставить вот нормальные, которые у нас скоростной путь с контактным рельсом, вот. И теперь, получается, в принципе, все. Только чтобы force to use, в принципе, вот таким вот образом. И ставим, получается, куда-нибудь ее вот сюда под проспект. Как-то вот надо вот таким вот образом, наверное, да, вот сюда вот разворачиваем. Под проспект мы ее сюда вот ставим. Отлично, готово. Дальше, получается, у нас должна быть автобусная станция где-нибудь вот здесь вот, наверное, да. Такс, вот сюда вот как-то она должна будет у нас разворачиваться, заворачиваться, вот таким вот образом. Конечно, она будет находиться, пожалуй, во дворах как-то, да, но ладно, в принципе, чё, во дворах тоже неплохо, как по мне, да. Так, ну что ж, и теперь, получается, должна у нас поставиться следующая станция в, точнее, прям под станцию метро проспект Восстания, да, на котором у нас находится этот, собственно, вокзал. Итак, у нас, получается, она находится, находиться будет она довольно-таки у нас глубоко, как я понимаю, да, получится под этой станцией, хоба, и сюда вот каким-то образом мы ее, наверное, ставим. Так, вот так вот, хоба, отлично. Так, теперь, получается, у нас должны быть, я не знаю, честно, как это посмотреть, какие у нас они. Так, ну, теперь у нас, получается, аж целых будет 6 свободных названий для станции, получается, метро, это, как я считаю, неплохо. Так, ну что ж, теперь нам нужно каким-то образом, вот таким вот образом все это дело развернуть, так, чтобы она была у нас тоже под этой станцией. Вот таким вот образом, вот в центре у нас она будет находиться, вот так вот, да, конечно, не очень удобно, они у нас там друг в друге находятся, ну ладно, ничего страшного, в принципе. Так, потом она должна будет у нас выходить вот на этот проспект, вот сюда вот они у нас будут выходить, вот сюда у нас будет следующая станция, в принципе. Так, как-то ее вот таким вот образом ставим, да. И потом следующая конечная у нас будет находиться примерно где-то вот здесь вот, да. Вот таким вот образом мы ее ставим. Опа. Так, блин, по-моему, я там забыл плитку менять. Ну ладно, ладно. Ничего страшного, на самом деле. Так, ну что ж, теперь, получается, давайте выберем вот этот вот оборотный тупик. Сделаем его на, получается, 120 метров, потому что меньше нельзя. Так, и получается, вот у нас тут пути, получается, да. Так, ну что ж, у нас высокоскоростные, получается. И теперь мы ставим каким-то образом ее вот... как-то вот сюда, да, получается, хоба. Так, и теперь, получается, следующий оборотный тупик мы ставим как-нибудь вот сюда вот подальше, потому что там у нас, скажем, станция будет глубокая, и от глубокой станции она будет немножко посложнее пути выводить, так что, да. Ну что ж, и получается, последний оборотный тупик, который у нас находится, для станции, которая у нас находится вот здесь, будет находиться у нас, собственно, вот таким вот образом. Так, теперь пути. Теперь убираем наши самые скоростные пути, потом их переделаем в, так скажем, берлинские. Так, ну что ж, вот у нас станция, здесь пока что ничего сложного быть не должно. Так, да, слава богу, пока что ничего сложного нету. Теперь мы должны будем вот сюда вот, так скажем, пристыковать все это дело. Так, вот так вот, а. Так, и теперь, получается, довести до самого оборотного тупика и здесь построить пути крест-накрест. Вот таким вот образом. Так, вот так вот, а, и вот... ну, блин, так вот ничего-то не получается пока что. Ага, вот так вот получилось, более чем, и это хорошо. Ну что ж, дальше мы, думаю, сначала разберемся, давайте, с оборотными тупиками, потому что здесь будет, так скажем, самые большие сложности. Так, у нас есть 2Т10М и R9E. Так, 2Т10М, это хорошо, и 3 даже 10М у нас есть, офигеть. Не, ну это хорошо. Мы, думаю, что какую-нибудь линию стопудово 3Т10М запустим. Там, думаю, что мы найдем. Так, ага, подождите. Это у нас... вот это, конечно, как я сказал, будет очень-очень сложно. Потому что, ну, сами понимаете, да? Так, вот... Так. Я слышу, тут метро вот едет. Вот нам надо как-то это вот... пристыковаться. Во, все, взялся у нас путь, получается. Это хорошо. Ну что ж, теперь мы должны его довести, получается, аж до нашего оборотного тупика. То есть вот сюда...
Ага, блин, это у нас получается, если мы делаем глубже, у нас все получается. Это хорошо на самом-то деле. Так, получается, теперь мы должны будем делать как-то вот так вот, да? Даже если у нас можно было построить пути крест-накрест. Так, и вот сюда вот получается, да, они у нас вглубь, получается, уходят, молодцы, пути. Так, ага, вот таким вот образом, в принципе, вот, готово. Отлично. Так, и теперь, получается, мы должны отсюда еще вывести, получается, вот в эту сторону пути, аж до станции, которая у нас находится под Пушкинской. Так, собственно, вот у нас там вот находятся эти вот... это тот путь, который мы должны будем отвести сейчас. Ага, вот они, взялся, это хорошо. Так, и теперь, получается, мы должны довести его каким-то образом вот... Ай-яй-яй. Вот это вот, на самом деле, сейчас очень обидно, потому что нам нужно каким-то образом, например, вот отсюда вот взять пути эти, да? И вот теперь мы должны довести их, получается, лучше до Пушкинской, вот таким вот образом эти будем доводить. Так, ну что ж, не-не-не-не, нам не туда надо. Нам туда надо. Так, слишком сильный уклон. Это очень плохо, на самом деле. Так, ага, у нас пути, получается, перекрещаются. Привести его туда вот так, чтобы он... О, он пристыковался, да неужели? Да неужели, готово. Да неужели готово? Осталось только лишь там, так скажем, дело за малым. Дело за малым, так скажем, да. Вот, ага. Конечно же, с первого раза это дело у нас получилось. Конечно, под землей строить это очень сложно. Вот я никому не советую. Хотя, в принципе, если вы хотите метро и хотите страданий, то вот, пожалуйста. На здоровье. Наслаждайтесь, так скажем. На самом-то деле, в принципе, можно делать вот разве что вот так вот. В принципе, тогда. И вот как-то вот этот вот путь даже на самом-то деле уничтожить, если честно. Вот будет, конечно, у нас не прям так, как в реальной жизни, как это должно быть, да? Но будет выглядеть у нас это все дело вот таким вот образом. Также можем уничтожить вот этот, конечно, блин, только что вот у нас все дело это нормально вышло, и теперь это я уничтожаю просто. Но я вам так скажу, вот так вот будет у нас без путей крест-накрест, будет работать и будет работать хорошо. Я вам так скажу. Это, вот эта у нас штука будет работать хорошо. Так, только у нас главное, самое главное, это тут все дело правильно вывести. А это у нас правильно дело все не выводится почему-то. Слишком сильный изгиб. А почему? А почему? Не, ну я вывожу все это дело нормально. Здесь у нас все должно быть нормально. Так, у нас получается с новыми изменениями новые проблемы, да? А не, смотрите, захотел все-таки. Так, ну что ж, теперь это у нас вот таким вот образом будет выглядеть. Так, и получается, да, вот так вот у нас будет выглядеть у нас, так скажем, линия. Осталось только лишь дело реально уже за мало, потому что вот это вот мы, так скажем, с этим все делом мы справились. Осталось, ну, конечно, ну, довольно-таки много еще на самом-то деле, потому что нужно пристыковать вот эту вот станцию, да. Вот, давайте начнем, пожалуйста, вот этого пути, потому что, мне кажется, у него будут проблемы какие-то. А может быть и нет, а может быть и не будет. А нет, прикиньте, вот у этой линии, у этого пути проблем нету. Вот вы прикиньте, вот у меня может быть такое, чтобы у этой линии не было проблем, вы прикиньте, а? Так, только что сейчас небольшой подвал у нас, игра пытается прогрузить, что я вообще делаю. Так, она, я уже думал, что уже вылет. Нам не надо такое, наверное, знаете что? Давайте вот это вот пока что отменим, да? Теперь возьмем вот этот путь отсюда и просто его проведем вот до туда. Мне кажется, таким образом у нас даже лагов не будет. Ну, конечно, небольшие проседания FPS будут, но вот... Ну, вот нормально все будет у нас, да? Так, теперь, получается, вот проводим от этого, от этой станции уже вот к, получается, этой. Вот таким вот образом, да? Так, и теперь, получается, вот от этого, от этой станции вот теперь... Ага, вот у нас и проблемки получились, да? Они, или нет, или не будет у нас проблемок, а? А нет, не будет, вот вы прикиньте, здесь у нас тоже проблемок нету, да? Здесь у нас тоже, не, ну М2 у нас получается хорошее. Если не считать вот это вот небольшое, так скажем, заминочки, то выгорит, то идет у нас все, в принципе, хорошо. Так, теперь вот здесь у нас, как мне кажется, вот стопудово, здесь вот стопудово проблемы будут. Вот отвечаю, вот здесь вот не может быть такого, что больше проблем не было. Так, слишком сильный уклон. А нет, проблем у нас здесь вот тоже нету. Так, и вот сюда, а здесь даже вот так вот особо делать не надо, но все равно сделал поглубже немножко этот тоннель, ну ладно. Здесь тоже проблем у нас не оказалось. Теперь получится вот сюда, ага. Здесь надо просто, как мне кажется, просто чуточку получше его проложить. Так, 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 о! 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 У нас
У нас произошло по два, кому больше... А, не, смотрите, два HM3 у нас какой-то новый расцветский. И вот, у нас есть... Ой, VL80C. У нас есть новые вагончики, получается, но PASH 170... А, то, получается, все-таки был 3201, а это у нас уже 672M. Прикольно, прикольно, так-то. Так, здесь у нас проблем тоже не возникло. Так, и теперь, получается, вот этот вот перегон ставим самый последний, так. И, получается, вот сюда вот мы все дело заводим. Так. Ага, то есть у нас тоже проблема у нас, так скажем, не оказалась. Так, здесь у нас, получается, уже пристыкованный оборотный тупик, здесь у нас... оборотный тупик еще не пристыкован. Но мы сейчас это по-быстренькому исправим. Так, и получается вот сюда вот тоже выводим. И все делаем пути крест-накрест. Надеюсь, у нас здесь вот все с ними получится. Такс. Так. Блин. Обидно. Так, теперь получится, давайте мы это, пожалуй, пока что уничтожим, так скажем. Пока что. Проложим весь вот, так скажем, такой вот путь. Весь вот сделаем вот так вот. Потом вот здесь вот сделаем вот... так вот, или нет, или все-таки так не получится. Так, если мы делаем вот так вот и прокладываем вот так вот, или все-таки не, все-таки нет, все-таки не получится, да? Это обидно. Так, что если мы вот отсюда вот начнем вести эти пути крест-накрест? Оба, вот так вот, и если вот сюда вот, нет. Если вот так вот, о, вот так вот получилось, отлично. Так, получается, здесь у нас пути крест-накрест, там все тоже есть, осталось только лишь по факту проложить линии. Ну, кстати, еще надо как бы сделать вот так вот, наверное. Так, настроить визибилити убираем. Так, получается, у этого оборотного тупика мы настраиваем, тоже визибилити убираем. Так, вот такая вот у нас получилась одна огромная линия на 6 станций. У нас теперь есть 6 свободных станций, но которые мы, скорее всего, будем называть как в реальной жизни находятся они у нас на синей ветке петербургского метро. Фу, блин, так, получается, теперь выбираем новый маршрут. У нас получается зеленая, кстати, это вот у нас линия получается. Но мы делаем ее все равно синий. Все равно ее делаем синий. И также вот таким вот образом, так, вот это конечная получается. Вот так вот ведем, вот так вот. Потом вот через эту. До этого оборотного тупика. И теперь в обратную сторону. Так, тебе нужно как-то выбрать вот так вот, да? Чтобы смотреть на то, как у нас это дело прокладывается. Так, и вот сюда. Так, ага, они у нас, получается, так скажем, немножко кривовато проложились. Нам теперь-то нужно что получается? После, получается, пятой на шестой остановочке мы должны просто поменять путь. Где у нас там шестая остановочка? Давай просто поставить первый. Первый. Так. А здесь у нас, получается, схема собралась. Здесь у нас почему-то схема пока что не собралась. Ну ладно, давайте пока что просто проделаем еще одну линию, тоже сделаем ее синей. Так, и получается вот от этой станции она у нас прокладывается через вот эту. Да. Да. Так, потом получается вот на эту станцию ведет, потом вот на эту, потом вот на эту, потом вот на эту. Так, только вот на этой мы сразу же выставляем первый путь. Ага, и теперь вот таким вот образом хоба. И хоба. Так, и в принципе все, да. Вот эта вот линия у нас молодец, она вот нормально у нас проложилась. А вот эта вот у нас линия не молодец, она у нас проложилась очень-очень криво. Здесь у нас все равно вылезает та же самая проблема. Как я понимаю, это все-таки с, получается, путями, скорее всего, что-то. Ну, оно не может быть такого, что она не, просто не прокладывается. Но это невозможно. Это попросту невозможно. Так. Ну что ж, убираем тогда вот это вот, получается. Такс. И теперь, получается, прокладываем точно так же, вот просто вот от этого, так скажем, вот так вот все-таки делаем, вот таким вот образом, хоба. И вот просто мы ее пристыковываем, вот просто к этой станции мы ее пристыковываем куда-то. Где у нас эта станция, я что-то не понял. Так, опять метро слышно, это хорошо на самом деле. Такс. Ага, вон у нас станция, что-то я потерял немножечко, ну ладно. Такс. Ага, вот так у нас пристыковывается, так автосохранение проходит. Стыкуем сюда. О! Все-таки, как я говорил, что проблема была с железной дорогой, все-таки, да. Уже теперь это у нас линия тоже все на дело по-нормальному проходит. Осталось только лишь, так скажем, подключить к нему депо. Осталось только лишь подключить к этим всем линиям депо. Так, ну ладно, допустим, постройки. Допустим, депо. Допустим, даже не знаю, как лучше будет это дело
Нужно желательно, скорее всего, поставить так, чтобы оно у нас было рядом со всеми этими линиями. Только как-нибудь, наверное, вот сюда вот давайте. Сделаем его, ну, давайте как-нибудь поинтереснее, наверное. Вот что ли, вот таким вот, что ли, чем бы и нет. Так-с. И ставим его как-нибудь вот таким вот образом. Ну что ж, я, получается, вернулся. И как, думаю, что вы уже поняли, да, у меня получилось все-таки все это дело исправить и запустить эти поезда. И даже не просто их запустить, а даже запустить, получается, с одного депо, получается, вот так вот, да. Должен был быть синхронный выезд, но все-таки этот поезд решил здесь встать и подождать, пока выйдет у нас, получается, вот эта Ешка. Собственно, это, по идее, да, это обе вроде как Ешки. И вот они выезжают. Ну, пока что, по крайней мере, только один он выезжает, но все же, как вы поняли, да, да, у нас работают обе линии. Сейчас вам покажу, как это все дело получилось. Видите, я уже даже убрал тут это депо второе, которое мы тут построили, да. Собственно, как у нас теперь это работает? Думаю, что нужно делать вот так вот, и чтобы вы видели пути под землей. Собственно, вот у нас тут был обычный раньше выезд, а теперь тут еще есть небольшое такое вот потихое ответвление в эту сторону таким вот образом, которое ведет у нас, получается, до этой развилки. Эта развилка развивается вот, собственно, в эту сторону на первую часть синей линии М2 в Санкт-Петербурге. И, получается, с другой стороны этой развилки ведет на, собственно, в другую сторону этого пути, который в итоге тут так каким-то образом проходит. И вот тут вот съезжает потихо вот так вот, и заезжать на вторую часть, собственно, нашей линии М2. Собственно, таким образом теперь у нас это все дело работает. Как вы поняли, все-таки у нас получилось у меня даже запустить все что с одного депо все это дело. Собственно, вот так вот это у нас теперь дело все выглядит. В принципе, как я считаю, неплохо, да очень даже хорошо получилось. И теперь официально у нас работает вторая линия Санкт-Петербургского метро. Собственно, также я попереназывал немножечко нашей, собственно, линии. Теперь у нас, скажем, М1 Киев есть, я М1 Ярославль, М1, точнее, М2.1 СПБ и М2.2 СПБ. Собственно, это первая и вторая часть наших линий, нашей второй линии в Санкт-Петербурге. Также у нас получится М1 Белоград, М1 СПБ и М2 Белоград. Также в дальнейшем мы, скорее всего, будем строить еще М2 в Киеве, и, может быть, даже М3 в Киеве у нас будет, даже, скорее всего, на самом-то деле. Ну ладно, это мы еще посмотрим. Ну что ж, теперь, получается, переходим к следующей теме этого видеоролика, а именно строительство еще одного вокзала, точнее, второго вокзала в Белограде, получается. Так как здесь у нас, как я уже говорил, очень и очень туго справляются вот эти вот две платформочки. Это нужно очень и очень срочно, как я считаю, исправлять. Так что давайте вот, собственно, это все дело сейчас исправим. Ну что ж, во-первых, надо подождать, чтобы у нас, так скажем, этот грузовой поезд отсюда уехал. И, так скажем, поуничтожать, точнее, заняться небольшим, так скажем, уничтожением всего этого дела. Собственно, таким вот образом вот у нас будет очень легко проходить, конечно, да. Немного неприятно, я согласен. Не люблю уничтожать наши железные дороги, как бы это всегда неприятно. Так что, но, увы, нам придется все-таки это сделать. Даже придется немножечко даже тут линию Аэроэкспресса слегка подуничтожить. Увы, но ничего страшного. Итак, собственно, вот этот такой-то участок у нас, в принципе, думаю, нам более чем пойдет. Теперь нужно взять вокзал. Собственно, давайте он будет находиться у нас прямо-прямо вот здесь вот, да? Прям будет... Ага! Ну, у нас, в принципе, насколько помню, у меня есть, как бы, да, по идее. Ну, по крайней мере, по идее. У меня же должен быть мод на, ну, на Endless Station, как бы, да? Он же у меня должен работать, правильно? Так, пассажирские станции и почему-то у меня этот мод на Endless Stations не работает. Это плохо, на самом деле. Так, нет, нам не это нужно. Нам нужно, явно, не Curved Station, как бы, да? Но что-то у меня пока что не очень работает, да? Как этот мод. Это, на самом деле, очень плохо. Или, может быть, давайте вот, может быть, вот такой вот вокзал с большими, с высокими платформами поставим. Такой необычный, так скажем, да? 320 метров, 8. Нет, пока что, смотрите, пока что мы ставим два пути. Пока что мы ставим два пути. Так, но нам нужен, получается, высокоскоростной и здание большое. Ага. Хотя нет, подождите, по-моему, я смогу это потом в итоге перестроить слегка. Так, ну нам нужно вот так вот, во-первых, поставить, получается, или же все-таки в эту сторону. Давайте пусть в эту сторону досмотрит вокзал, вот таким вот образом. Так, готово. И теперь мы должны что сделать? Настройки. Настройки. Так, пока что у нас немножко пролагало, мы можем, в принципе, уничтожить это здание, получается, да, и разное, а не, подождите, платформа.
пассажирские постройки. Есть вот, да, вот здесь у нас получается есть старые здания. Хотя, если так подумать, то можно, в принципе, и современное какое-то поставить. Если там у нас такое довольно-таки старое, то здесь причем бы и не построить современное. А реально, давайте посмотрим здесь все-таки современное, как бы. Пусть я говорю, что у нас должно быть здесь все-таки не современное, но ладно, ладно, пусть будет уже вот так вот. В чем бы и нет. Так, ну же, давайте посередине вернем это здание. По бокам еще вот такие вот поставим, в принципе, чем бы и нет, да. Вот такой вот у нас, значит, будет большой, на самом-то деле, вокзал, да. Так, ну что ж, дальше нам нужны немного другие, иные превращения, на самом-то деле. Хотя, знаете что, я тут кое-что понял. Потихо надо это уничтожить, вот, ну... Это ненадолго. Собственно, нам нужны, получается, пути. Нам нужны пути, конечно же. Кстати, подождите. Сначала разное нам нужно, во-первых, выбрать, да? Нам нужно выбрать пути вот такие вот для начала, да? Как бы хотелось бы, чтобы вот у нас и наземные переходы тоже были. Как бы вот это вот мы тоже тут чуть-чуть снесем, чтобы тут у нас тоже переходик наземный был. Также вот тут тоже немножко наземного перехода. Так, как я и хотел вообще... А, нет, подождите. Нам сначала нужно вот это вот убрать. И нужно еще убрать вот это вот... Не так, я сказал. Так, нужно уничтожить вот эту вот платформу. Блин, конечно, она очень кривовато уничтожается, но ладно, ничего страшного. Получается, да, это у нас будет такой вот вокзал, второй у нас будет с высокой платформой, чем бы и нет, в принципе, тоже прикольно. Так, вот таким вот образом. Конечно, блин, я, если честно, как мне кажется, задолбусь это все дело уничтожать правильно, потому что оно как бы очень-очень криво вот это вот все делается, но ничего страшного, в принципе, нормально. Итак, теперь мне нужно также построить сюда вот еще один вот такой вот путь. Как вы поняли, да, здесь будет посередине три пути, и посередине у нас будет, получается, пролетать поезда, которые не останавливаются у нас в Белограде. Собственно, скорее всего, это будут только лишь грузовые поезда. Так, ну что ж, что нам там дальше нужно? Нам нужны просто дальше пути, получается, да? Наверное, нужно тогда выбрать самый конец, получается, пролистать. Обидно, ну ладно. Так, и получается, вот этот путь чуточку продолжить, да? Как бы у нас платформа, я не буду дальше удлинять, честно, этот вокзал, думаю, что это нам не нужно, как бы, нам этого более чем хватит, наверное. Так, ну что ж, платформы, получается, нужны нам вот такие вот, все-таки, теперь, да, вот теперь вот мы сюда ставим уже платформу. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Дальше нам нужны, конечно же, нужно еще разное. И вот такие вот, получается, теперь еще чуть-чуть переходов наземных. Да, у нас будет, скорее всего, 6 путей, думаю, нам этого более чем хватит для этого вокзала. Хотя, может быть, мы даже 8 посмотрим, даже не знаю, если честно. Думаю, тебе лучше 8, так, вот, платформы, ага, вот так вот-то. Или же все-таки как бы 6 оставить у нас платформу, или же 8 все-таки построить. Даже не знаю, если честно. Давайте на всякий случай, на будущее построим 8, в чем бы и нет. Потому что как бы, ну, потом будет просто, понимаете, потом будет просто обидно, если вдруг у нас как бы что-то с этим не сложится, и в итоге такое себе будет. Так что давайте лучше уж сразу же все сделаем правильно, чем потом будет все плохо у нас. Так, ну что, давайте теперь мы, получается, платформы сами продлим, как они должны быть. Так, теперь нужно, получается, вот эти вот пути, и здесь уже, получается, просто доставить везде путей. И последние несколько путей вот сюда вот мы доставляем. Все, последний. И теперь, получается, пассажирские постройки. Листаем в самое начало и ставим вот такую вот штуку вот сюда. И две такие вот штуки по бокам. В принципе, неплохо. Так, ну что ж, теперь нам нужно каким-то образом, наверное, смотреть разное. Да, нам нужны вот такие вот переходы, скорее всего. Давайте вот тут построим вот такой вот у нас переходик, получается, да? Так, вот так вот-то и вот так вот-то, да, чем бы и нет. Потом где-нибудь в конце... Не, давайте, знаете что, давайте вот тут вот в начале. Так, у нас там есть наземный переход, то есть вот давайте пусть будет у нас... Ага, нужно вот в эту сторону, получается. Вот таким вот образом здесь будет вот такой вот переход в самом конце вокзала, вот так вот-то. Так, а есть у нас, получается, будет наземный. Ну, также, конечно же, нам нужен и подземный, так что, о чем бы и нет, нам было бы неплохо сюда и подземный добавить немножечко, вот таким вот образом, вот такой вот, конечно, максимальнейшее разнообразие всех этих вот, получается, блин, это не то, нам нужны вот такие, это я как-то что-то неправильно сделал, да, это я занизил как-то платформу, нам такое не надо, главное потом случайно еще не снести вокзал, а то я умею, так-с. Теперь нужно все-таки вот такие вот, да? Да, нам нужны вот такие вот подземные переходики, которые у нас, так скажем, подходят к этому вокзалу. Хоба и хоба. Все, отлично. Здесь у нас, получается, все виды переходов готовы. Теперь хотелось бы, на самом-то деле, наверное, все-таки, как бы, построить, наверное, навес. Но не знаю, нужно ли нам вообще это. Потому что мне кажется, что навес может даже нам как-то платформу занизить, даже, скорее всего, да? А нет, смотрите, он сюда встает и встает нормально. Тут он... Так, подождите. Что-то
я не понимаю, он... Ага. А нет, в принципе, на самом деле нормально, но не знаю. Давайте пусть он будет у нас без навеса, наверное, лучше, да? Вот такая вот, вот такой вот у нас пусть будет вокзальчик. Ну что ж, в принципе, здесь нам осталось на самом-то деле только лишь присоединить пути, получается, и сделать путевые развития. Надеюсь, что у меня там получится с вот этой вот стороны здесь, вот со всеми этими путевыми развитиями, потому что здесь как бы у нас мост, и после моста сразу же вокзал. Прям, ну, не самое, конечно, прям удачное место, на самом деле, для него выбрал. Можно было бы, на самом деле, чуть-чуть подальше, ну ладно, ладно. Так, теперь, получается, вот этот вот путь мы пристыковываем вот сюда. Да, не-не-не, не вот сюда, вот сюда. Так, и получается, дальше нам нужно сделать свое что-то путевое развитие. Здесь, конечно, нам нужно построить вот такое вот разветвление на три пути. Так, если у нас получится это сделать. Нам, скорее всего, здесь вот придется снести потихой эти самые. Мост, скорее всего, тут даже придется сносить, да, получается. Блин, это вот на самом деле немножко обидно. Потому что не хотел на самом деле этого делать, но ладно. Ладно, так, автосохранение. И после этого автосохранения мы сможем продолжить. Так. Так. Нам, походу, все-таки придется даже тут вот все это дело подуничтожить потихой, да? Так, вот таким вот образом. Увы, остановочки также у нас уничтожаются. Так, теперь, получается, мы должны вот эти вот пути здесь назад вернуть вот сюда, да? Только уже без моста, правда, ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Так, и теперь, получается, вот эти вот пути сюда тоже, да, отлично. Так, теперь мы должны вот отсюда вот уже стопудово отвести все пути по-нормальному. Вот, допустим, вот это вот сюда. Да, и вот получается, где у нас вот это вот, откуда это отводил, я забыл. Так, надо найти это вот начало пути, честно, я не вижу, где оно там находится, блин. Так, подождите. Нашел. Так, вот, вот тут примерно он находится, так, и вот, да, все нормально, здесь отходит вот таким вот образом, отлично. Так, теперь нам нужно на самом-то деле, хотелось бы, чтобы оно у нас вот тут, да, давайте вот таким вот образом сделаем, вот так вот, да. И вот так вот это вот сюда, а теперь вот эти вот два пути вот таким вот образом сюда ответвляются, и вот сюда, отлично. В принципе, нормально, да, осталось только, конечно, выравнивать тут немножко почвы, конечно, да, немножечко у нас тут, получается, обрежется часть маршрута троллейбусного, но, в принципе, ничего страшного. Так, теперь, получается, мы должны построить вот здесь вот еще эти вот разветвления. Так. Тут отсюда, наверное, надо начать, да? И вот сюда вот. Ага, криво началось. Надо вот покрасивее это сделать вот таким вот образом. Во! Вот так вот хорошо. Так, теперь пусть нужно вот снова вот сюда. Так. Потом давайте каким-то образом вот отсюда вот сюда доведем. Так, и вот оттуда же вот сюда точно так же доводим. Так. И теперь, получается, вот отсюда мы доводим вот сюда, а от этого же пути вот таким вот образом приводим. Точно такое же у нас, получается, путевое есть вот развитие, как и с обратной стороны. Вот такое вот, да. Только, блин, мне кажется, вот это вот как-то кривовато. Кривовато немножечко, да? Надо как-то по-другому чуть-чуть. Вот таким вот образом, наверное, да? Вот так вот будет поровнее. Хоба, хоба. Так, отлично. И теперь нужно, кстати, еще поставить тут, получается, метку. Метку. Какую бы нам тут метку поставить, да? Давайте вот какую-нибудь... Не, ну вот такую метку это прям слишком как-то такое себе, да? Давайте вот такую вот поставим. Вот тут одно вот такая вот будет, да? Вот такая вот. А и вот в одну сторону вот после вот это вот сюда будет. Все. Отлично. У нас вокзал здесь, получается, полностью готов. Осталось только лишь, получается, маршрута, который находится здесь, перевести вот туда и перестроить наш белградский вокзал. Давайте назовем его, как он и должен быть называться. Получается, восточный... Так, не вот так вот, а хочется надо сменить язык. Восточный вокзал. Так, блин, опять не тот язык, как так, да? Восточный вокзал. Так, вот, вокзал. Так, отлично, готово. Теперь у нас тут, так скажем, в Белграде сейчас целых два вокзала. И один из них пока что не функционирует, но скоро начнет. Собственно, вот он, получается, находится он, да, на самом деле, на таком вот неразвитом немножко пока что берегу, получается, на правом. Я смотрю, наш основной вокзал находится в центральной части, и восточность находится вот тут, получается. Так, ну ничего страшного, мы это, в принципе, исправим. Также, кстати, нам нужно построить еще бы пути крест-накрест здесь, да? Потому что поезда тогда разъезжаться не сможет, если мы этого не сделаем. Так, вот таким вот образом. И теперь вот точно так же вот в эту сторону. А, отлично. На мосту это у нас сделать получилось, это хорошо. Теперь нужно сделать с этой же стороны. Вот точно так же. Так, вот сюда получается в одну сторону. И вот в точно такую же сторону, в обратную, вот сюда. Так, теперь пусть крест-накрест здесь у нас перед вокзалом тоже есть. Это хорошо. Ну что ж.
Если будет у нас поиск какой, почему-то там вот это самое, да? Ага, ага, ну ничего, ничего страшного, мы, в принципе, их вернем, если что, развернем, получается. Так, ну что ж, нам нужно теперь поставить здесь вот светофор один только, вот такой вот, вот сюда. И, получается, в эту сторону мы ставить светофор не будем, потому что тогда он не будет нас здесь вот перекрывать пути. Это плохо, это будет плохо, так что да, нам этого не нужно. Линии все поперебирать, так скажем, да, которые у нас проходные. Ну, Беларусь, Санкт-Петербург, ну это точно не то. Вот это у нас линия точно не то. Вот теперь вот это не то. Вот это вот у нас тоже не то. Белград. Вообще, в принципе, то, что у нас от Белграда начинается, то вот не надо. Вот Калининград-Киев. А, нет, ладно, тогда тоже не то. Калининград-Киев тоже не то. Так что вот Ивано-Франковск-Казань. Вот, это у нас это управление линий. Это получается станция 5 и 7 Белград. 5 и 7. Значит, теперь после 4 Одессы мы добавляем станцию вот здесь. Так, и получается после Одессы, или же после 3 Восточного вокзала, потом когда дальше идет Казань, после 6 Казани, мы добавляем 6 Восточного вокзала. Тоже самый посмотрим, у нас он прибывает. Кстати, как раз идут у нас некоторые маршруты. Тут и остались, получается, да? Да. Как у нас дальше идут. Так, 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 получается, что у нас дальше, что у нас дальше. А, теперь у нас вот маршруты идут. Как-то не так, как должны быть. Ну, мы потом это исправим, потом это еще исправляем. Так, получается, теперь у нас есть вот 29-го. А, так, дальше у нас Белград, здесь вот Белград, Уфа, или Белград. Нет, Белград, Уфа, Белград, Белград, Калининград. Так, Белград, не то, Казань, Уфа. Во. О, это нужно исправить в управлении линий. Получается, Белград мы с двух сторон убираем, после Казани добавляем станцию вот здесь. Так, и получается после Уфы и добавляем станцию снова вот здесь. Так, просто вот так вот мы сразу сделаем прибывать, отлично. Так, теперь дальше. Дальше, 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 дальше. Так, 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 Белград, 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 Севастополь, не то. Белград, Ярославль, Белград, Ярославль. Вот, это у нас снова получается линии, просто Белград, добавляем станцию и просто вот сюда. Так, да, ничего сложного, ничего сложного. Так, дальше получается Киев, Казань. О, это, кстати, одна из самых интересных линий. Так, вот это Белград, после Киева добавляем станцию вот здесь вот, и после Казани добавляем станцию вот здесь. Точно так, вот так вот, отлично. Так, это у нас тоже готово. Теперь, теперь получается нужно опять звонок, у нас просто заезжать сюда в Белград, получается. Так, Калининград, Киев. А, нет, не то тоже. Так, Белград, Киев, Ярославль. Это вот можно исправить. Я после Белграда 2 выбираем, добавляем станцию после Киева. Здесь и после Ярославля точно так же вот здесь. Так, дальше, дальше. У нас обычно линия сокращается, на самом деле, как Севастополь. Так, нам не надо. Ярославль, Львив. Вот еще один маршрут, получается, на Белград. После Ярославля добавляем станцию вот здесь вот. И получается, после Киева добавляем станцию вот здесь. Вот, да? Так, у нас получается, смотрите, у нас уже почти все пути на самом деле заняты, да? У нас два пути краски, которые когда-то до срока остались сегодня, получается. Так, ну что, дальше у нас Львив, Белград. Это не то, это так, Белград, Львив. Белград, как Янтарь, у нас прошли добавили серебряную краску, что не то. Так, Санкт-Петербург, Ярославль. Вот еще один маршрут. Так, Белград, получается, убираем. После Петербурга вот сюда. И после Ярославля вот сюда. Так, кстати, что-то не позамедляет этот срок пути дополнительный. Так, получается, дальше нужно еще так Севастополь, Санкт-Петербург. Ага. Ну, в принципе, вроде как, более-менее мы тут разгрузили, получается, теперь посередине, Уфа, Белград, Одесса, Белград, Севастополь, Калининград, Киев, так, Белград, Казань, вот такая линия, которую мы убираем в виде Белграда, и вот получается сюда, вот этот восточный вокзал. Отлично, мы тоже как бы справили, такс, такс. Дальше, что у нас там еще идет? Тем же самым вот линии. Тут еще вещи надо какие-то нанести, оранжевую, какую-то фиолетовую, оранжевую, фиолетовую, так, допустим, Львив, Белград, не то, какие-то там еще есть фиолетовые линии, Белград, Севастополь, не то. А, как понимаете, вот такая, походу, эти маршруты здесь уже не останавливаются, да? Так, 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 допустим, что если, я вот так скажем, ну, смотрите, вот, у нас, допустим, это что-то нет, Львив, Казань, мы ее точно не направили, так, точно знаю. Так, здесь, получается, все люди, как я понимаю, сейчас будут начинать уходить, так, здесь нужно автосохранение. А, вот все пошли. Так, все люди все почти уходят отсюда, да? Все люди отсюда уходят. Так, ну что ж, теперь мы остальное время снова играем на свой вокзал, и теперь тут у нас может идти вот довольно крупные большие изменения будут произойти, как здесь мы играем. Вот этот всю эту вот платформу получается. Всю эту платформу нам просто больше не нужна, без нее будет еще один дополнительный путь, который будет, скажем, разгружать сюда проходную часть этого вокзала. Также нужно будет нам еще получать убрать. Вот этот у нас путь боковой, который получается, да, вот этот вот. Это что нужно будет убрать, чтобы у нас там через центр ходили. Так, чтобы у нас на пути не будет никаких вознаний, как не сворачивать, потому что нужно становится в Белграде, ведь уже будет, пусть туда здесь дальше один заезжает, да? Так, убираем, получается. Если происходит у нас очень очень медленно, потому что вокзал огромный, денег очень много, поездов тоже много, так что просить нас пусть большие даже просадки ФС. Ну, потому что ничего страшного. Так, ну, теперь уничтожать это дело. Так, уничтожаем. И теперь, а, потом уничтожилось, так, здесь может быть, кстати, будет переход, да, здесь, конечно, переход, так, и нужно свернуть вот саму платформочку, так, 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 что у нас теперь грузовые поезда проходить по центру, а пассажирские будут у нас проходить по бокам, здесь мы ничего не делаем, так, так, почти убрали уже, наконец, так, так, и последнее, у нас, отлично, так, все нужны пути, промотаем сам, конец, конечно же, так, сюда, куда-то, вот у нас этот путь, и теперь мы вот сюда, получается, вот достраиваем, таким вот образом, так, сюда, получается, вот сюда, так, строится, почему строится. Так, конечно, изменения на самом деле очень лютые, я считаю, так что можете поставить лайк, если вы этого если до сих пор этого не сделали, то можете поставить такие масштабные изменения в вокзале. В нашем, в принципе, в Белграде, на самом деле, это очень крупное, это очень крупное изменение, так что да. Без лайка никуда. Так, ну что, теперь нужно, получается, убрать железные дороги. И точно так же, и до сюда достроить, допустим, вот таким образом, так. И также вот тут сделать точно так же. О, так, это видно, что было. Так, это вот сейчас очень плохо, на самом деле. Так, мне кажется, я понял, что делать. Если мы, ой-ой-ой, сейчас будет снести, конечно, этот вокзал, будет вообще прекрасно. Так, нет, на крейсе, конечно же. Нам нужно сделать вот так вот и настройки его. Вот таким образом. Так, теперь получается, вот это, что было. А, сопротивление, сопротивление, ладно, ничего страшного. Так, нам это, на самом деле, не нужно, так как мы просто здесь скажем, вот так вот, и теперь вот, а нет, все-таки получится, хорошо. Ну что ж, теперь у нас уже здесь такая вот крайний путь, такой вот у нас готов, осталось только лишь попасть, уничтожить эту часть, даже железная дорога, что нам больше, она не нужна, вот таким вот образом. Так, слово, все, теперь нам это больше не нужно, и теперь нужно, как у нас тут линии проходят, ага, все у нас проходят, получается, посерединке, скорее всего, все у нас реально проходят посерединке, да? Так, не за линии, так не сильно много реально, которые у нас здесь проходят через этот вокзал. Но теперь получается, где-то найти будет нефтерудную линию, которая у нас здесь получается останавливается. Как я понимаю, это вот здесь она, так, сколько она проходит, и проходит она у нас краски по центру здесь, и по центру здесь она тоже точно так же проходит, да? Да? Так, нужно найти, нам нужно найти уже кирпичную линию. Она у нас проходит здесь, получается, через станцию, что она останавливается, здесь она получается проходит у нас через центр, как же, в принципе, это будет точно не нужны, потому что реально у нас здесь, собственно, без никаких каких-то больших проблем могут проходить здесь нормально. Сюда, это хорошо, это хорошо. Значит, нужно на самом деле проверить, получается, линии, какие у нас вот так, это не то. Это у нас, ага, если у нас получается, как у нас проходит по центру, значит, у нас проходит, да? Вот здесь, как раз таки уже на самом деле нужны будет пусть точки, и вот такой вот одной штуки, да? И вот такой вот одной штуки вот здесь, получается, да? Все, что выбираем тут управление линии, получается, вот таким образом, да? И будет после какой-то у нас получается,
после 7-й, да, будет после 7-й мы добавляем станцию вот сюда. И получится после 4-й мы добавляем станцию вот сюда. Так, что теперь у нас таким образом будет это все объезжать. Это хорошо, это хорошо. Итак, теперь получается вот это у нас, вот так она идет. Ага, если она тоже идет неправильно, правильной линии, получается, получается, после восточного вокзала добавляем станцию вот сюда. И после Уфы добавляем станцию вот сюда. Все, отлично. Значит, здесь тут травы больше нет, в принципе, да. Это же нормально. Что ж, давайте вот этим вот образом выберем. Так, видите, у нас, да, у нас проходит. Полностью нормально, полностью нормально. Это хорошо. Так, ну что ж, теперь дальше у нас будет вот эта вот линия, так, правильная линия, получается, после первого, после Киева мы добавляем станцию вот сюда. И получается, после восточного вокзала добавляем станцию вот сюда. Если что сложно, здесь не было, так что да, это хорошо. Теперь в Казань, правильная линия. Получается, после Киева опять же вот сюда добавляем, и после восточного вокзала номер 5, остановочки добавляем вот сюда. Так, отлично. Так, теперь получается, вот у нас тут Белград, Казань. Нет, не то. Белград, Киев, Казань, так, Белград, Санкт-Петербург, Ярославль. Это тоже нам будет настроить, после Питера. Добавляем станцию вот сюда. Так, вот сюда, да, и после восточного вокзала добавляем станцию вот сюда. Так, все, отлично. Теперь у нас есть все более-менее как-то настроено, как последнюю линию там найти, да? Киев, Казань, а Ярославль, Львив. Вот так вот правильная линия. Получается, после Киева, получается, да, и так. А нет, смотрите, после получается второй линии мы добавляем станцию вот сюда. И после 7-й, вот, они точнее, после Киева, 8-го, да, после 8-го Киева мы добавляем станцию вот сюда. Все, отлично. Так, теперь получается, вот так все, да? Это вот последняя линия, как здесь это делали, да? Нормально? Да, если получается только одна станция, потому что одна линия проходит последний линии, заводится, она проходит, получается, опа. Таким образом. Хотя, знаете, что на самом деле я бы, может быть, даже как-то вот так вот сделал, чтобы разрушить у нас, скажем, тоже эти пути, потому что это такой сервис, это две линии будет таким образом, что случилось. Получается, что дальнейшая линия, на самом деле, давайте вот их разрушить, вот такую линию, направление линии, получается, давайте мы у него тоже уберем вот эти, чтобы немножко посерединке ходить, все. Сейчас, получается, линия будет посерединке, и четыре линии будет по бокам. В принципе, теперь все равномерно, теперь все нормально, да? Отлично, в принципе, на самом деле, можно было бы еще побольше разрушить этот вокзал, чтобы у нас, скажем, поезда приходили чистым вот этот вокзал, еще дополнительно. Сюда еще как-то подгружали этот побольше вокзал, чтобы так можно, в принципе, тоже сделать, на самом деле. Знаете, что, как мы это сделаем? Смотрите, у нас, допустим, Белград-Одесса, вот это у нас, скажем, маршрут. Ага, это Белград, в общем, Миколаев. У нас Белград-Миколаев, значит, да? Так, непорядок, надо тогда переименовать, как Белград-Миколаев. Так, в принципе, готово. Так, нас он тренировался, да, все это Белград, а вот это тоже Белград Одесса чисто, да? Вот его, в принципе, можно убрать станцию, давай станцию просто вот как бы на этом вокзале, да? Все, отлично, сейчас у нас проходит тоже вроде как посередине, скорее всего, да? У нас проходит на тоже посередине, да, ну, ладно, пусть проходит, в принципе, и посередине, тоже, чем бы и нет. Все у нас равномерная загрузка этих всех систем. Так, ну что, что, как у нас вообще вообще проходит? А, проходит она нормально, нужно еще вот этот путь какой-нибудь линию, например, загрузить, да? Чтобы нормально все у нас было, так, ну что, а какой у нас линия тут? Белград Уфа? Белград Уфа, нет, пусть здесь поезда сюда тренер приходит, да? Так, получается, Белград, Белград Миколаев нет, Белград, пусть Белград Киев, конечно, тут остается, чем бы нет. Так, получается, Киев, Белград Казань, Белград Ярославль тоже приходит, пусть Белград Киев. Да, в принципе, на самом деле, больше никаких, только Белград Уфа, где у нас приходит этот линия Белград Уфа. Все-таки пусть она у нас проходит не Белград, а пусть она приходит на свой сюда. Теперь здесь все, в принципе, равномерно разделено, да? Так, получается, пусть она у нас также проходит по этим контрольным точкам, да? По бокам сейчас здесь ходит, так, построение проходит, добавляем эту станцию, также после Уфы добавляем эту станцию, и после восточного вокзала добавляем станцию здесь, все. Теперь она у нас ходит, получается, тоже здесь вот по бокам, причем бы и нет, да. Отлично, в принципе, вот это вот все дело мы можем заканчивать. Осталось только лишь, так скажем, вот пятая линия у нас не может здесь вот проходить, чисто потому что здесь у нас, так скажем, нету остановки. Это очень-очень плохо. Нам нужно здесь вот, получается, делать тоннель для начала, да? Для начала нужно здесь вот сделать, получается, такой вот тоннель. Так, вот таким вот образом опускаем все это дело. Столкновение. С чем у нас здесь вот столкновение? А, наверное, с этим самым. Блин, это на самом деле очень и очень обидно. Давайте, допустим, что если мы вот таким вот образом здесь вот сделаем? Хоба. Прокладывайся, пожалуйста, не лагай, ну не лагай. Ну Т2, ну не лагай. Так, это очень плохо. Кстати, я вам могу, в принципе, объяснить, почему я не могу проложить у нас, получается, этот маршрут вот здесь вот, потому что нам как бы нужны здесь вот троллейбусы, думаю, что вы сами понимаете, да, это у нас здесь находится троллейбусная линия. И если я как бы провожу ее там, точнее попытаюсь здесь вот каким-то образом сделать, переделать дорогу в троллейбусные, ну так скажем, ветки, то у меня игра вылетит. Потому что когда я переделал четырехполосную линию в, получается, троллейбусную, то у меня вылетает. Так что нам нужно каким-то образом это все дело обойти. Так, есть вот троллей, электричество. Так, получается, давайте как-нибудь вот так вот сделаем. Так, это вот так вот она не должна вылететь у нас, получается, да? А если, получается, просто мы поставим трамвайные пути. Просто поставим здесь вот трамвайные пути. Конечно, да, немного странновато все это дело у нас будет. И остановочку нужно также нам сюда, получается, перенести вот таким вот образом. Так, все, отлично. Если мы все это дело порешали, теперь остался поезд. Мы его просто разворачиваем, и никаких проблем у нас больше нету. Собственно, все. На этом у нас, так скажем, перестройки в виде восточного вокзала, в виде, да, внедрения второго вокзала в Белград готовы. Теперь, так скажем, все очень хорошо, так скажем, работает. Итак, получается, теперь мы завершили, получается, этот вокзал, и это означает только одно, то, что мы выполнили все мои планы на эту серию, но, как вы, думаю, помните, года внесли свои также планы в эту серию, так что давайте-ка запустим новые поезда, которые у нас здесь вот открылись, а именно 3Т10М и, получается, R9E также у нас еще открылось, и, конечно же, VL80S. Это, конечно, хорошо. Ну что ж, давайте как бы, во-первых, хотелось бы заменить некоторые VL60 на VL80S. И также хотелось бы от вас, наверное, выслушать все-таки предложение или же как бы ваше мнение по поводу того, нужно ли создавать нам по каждой линии по третьему гигантскому составу, на котором будет ходить у нас тройные поезда, собственно, как вы думаете, только что поняли. Так, ну что ж, давайте как-то, допустим, вот этот VL60 у нас уходит от нас. И, в принципе, ну вот у нас еще
еще есть целых два, так что давайте вот одну. Первая нефтерудная линия получается, да, и кирпичная линия, да, все, больше у нас нет нигде больше электровозов, насколько я помню, да. Так, больше электровозов у нас нигде, вроде как, да, на грузовых линиях у нас электровозов больше нет. Кстати, у нас ТЭП-70 на самом-то деле довольно-таки мало их используется, ну ладно, это может быть мы потом еще поисправляем, ну ладно. Так, ну что ж, в принципе, теперь мы давайте мотаем самый низ, нам тут, думаю, что ну, для этих линий нам тут на 500 и на 446 метров составы, ну нам тут явно не нужен на самом-то деле, ну, не электровоз, а... тройной ВЛ-80, ну тут думаю, что и так понятно, да, но он тут нам, ну, просто не нужен. Разве что два вагона можно добавить еще. Так, кстати, получается у нас скрытые вагоны должны быть, да, вот такие вот две штуки можем еще добавить. И, допустим, наверное, такие вот вагоны, в принципе, сюда еще можем дополнительно сделать. Так, здесь у нас, получается, бочки, здесь у нас, по-моему, подождите, у нас тут бочек больших нету в этой линии, так... Непорядок, сейчас будем исправлять. А сейчас вот это вот у нас удаляется, так. И теперь добавляется вот таких вот, давайте, допустим, вот две штуки нам будет, думаю, более чем достаточно туда. Так, ну что ж, теперь у нас по 541, 537 метров, в принципе, вот это у нас уже, так скажем, более похоже на тот состав, который должен будет оттягать ВЛ-80. Что, собственно, давайте на него посмотрим. Конечно, да, это не мод, это ничего такого подобного, это даже не не тройной ВЛ-80 получается, да, ничего особенного реально здесь нету. Ну ладно, все же тоже не помню. Ну что ж, вот у нас таким вот образом он у нас красивенько вылетит, немножечко вошел он друг в друга. Нужно, получается, убрать с паузы его, так скажем, и посмотреть, что он тут будет делать. Итак, давайте развернем. О, фига себе, он 13 миллионов приносит. Ничего себе, это прикол, конечно. На самом-то деле, так, это у нас... А это у нас Т3, кстати, еще у нас Т3 тут, получается, ходит красненький. Насколько я помню, у нас остался единственным такой вот, ну ладно, ладно. Ага, вот у нас теперь две такие вот огромные бочечки. Прикольно, да. Ага, вот здесь он, получается, остановился у нас еще вот. Электричка у нас тут проезжает. Завез сюда еще дохренище, получается, всего этого дела. У нас ЧМ-3, получается. Не, ну работают, пацаны, молодцы. Конечно, вот это вот у нас сортировочная станция невероятно загруженная всем. Это, конечно, плохо на самом-то деле, ну ладно. Надеюсь, что как-нибудь это все его поразгрузится, потому что, насколько я помню, здесь получается, да, у нас почти что ничего не доставляется в итоге. Либо же это у нас все очень-очень хорошо тратится, потому что, как бы, рост городов у нас реально хороший. Киев сейчас у нас на плюс 320% рост. Это... Охренеть на самом-то деле, это очень даже неплохо. Белград чуточку скатился, у него 280 всего лишь-то, да. Но зато вот эти вот города тоже чуточку подтянулись, пусть как бы тут особо на самом деле реально ничего такого нету, ну ладно. Ладно, ничего страшного. Ну что ж, получается, ВЛ-80 мы запустили. Также хотелось бы еще посмотреть, у нас есть два Т-10М. Потому что нам нужно как бы мне эти вот, получается... Обычно, да, вот Т2 Т10М у нас есть, потому что 2 Т10В мне не очень нравится, но какой-то слишком прям старый. Вот 2 Т10М, вот это вот уже что-то поинтереснее. Так что давайте, в принципе, чем бы нет, просто нужно на самом-то деле, знаете что? Т3, я не знаю, до какого года у нас ходили Т3, получается. Это вот очень-очень обидно, потому что как бы нам там менять нужно все это дело, а вот на что менять непонятно. Так, ну что, во-первых, нам нужно найти грузовые составы с Т-шками, скорее всего, да, вот у нас тут, это у нас... 3Т, 2Т10В, вот его мы изменяем. У нас 2Т10Л, кстати, вот Л-ные. Ну ладно, пусть они пока что у нас еще поживут, чем бы и нет. Ага, вот я их нашел. 2Т10В, вот еще одна Машка, Л-ка, 2Т10В, и получается 2Т10В. Всего лишь два состава у нас претендуют пока что на замену на 2Т10М. Всего лишь два состава, походу, да? Ну ладно, что, тоже неплохо, в принципе, да? Так, ну что-то у нас вот такие вот штуки у нас избавляются, и 2Т10М у нас добавляется, блин, это обидно сейчас было только что, это очень-очень обидно, ну ладно, в принципе, что ж, я, получается, пошел это все дело перемещать, как только перемещу, тогда и верну. Итак, получается, я их уже переместил, нажимаю кнопку «Изменить», и готово. Теперь нужно промотать нам вверх, найти их и посмотреть на них все-таки. Так, ну что ж, в принципе, думаю, что этот кандидат нам более чем подойдет, и вот он. Вот, наконец-таки, уже что-то прям, ну, очень и очень знакомое, грузовое, большое, красивое и вообще офигенное, офигенный поезд, вот. Такой мощный, красивый, большой, не, ну, это, вы просто лайк за него можно влепить. Конечно, я что-то сегодня прям разошелся на этим, на просьбу по лайкам, но надеюсь, что на меня за это не обидитесь. Так, о, вот он как бы, он крутится у него колесики, не, ну, он прям вот, он реально очень мощный, прям вот. Прям по нему видно, что он очень мощный. О, фига себе, у него даже вентилятор сверху крутится. Офигеть. Прикольно. Такой вот мне нравится. Такой подход мне к модам нравится.
Так вот, конечно, он едет очень медленно, потому что, как бы, ну, все понимаете. А, здесь у нас красный светофор, получается. Ну, вы на его проезд мы посмотреть сейчас не сможем. Ну, ладно. Ладно, тогда, получается, переходим к следующей теме в виде этого видеоролика. Так вот, он все стоит и, как бы, да, ему... На самом деле у него как бы тут особых проблем с этой остановкой не должно быть, в общем, как бы один конец поезда перевешивает в одну сторону горы, а другой конец в другую, так что да, в принципе, нормально. Так, не знаю, зачем вообще только что-то прокомментировал, ну ладно. Итак, теперь у нас получится предпоследнее, что мы должны будем сделать на сегодняшнюю серию, это получается некоторые эрочки заменить на R9E, получается. Так, собственно, вот у нас уже все наши эрочки, потому что у нас R9P, это у нас маршрут, получается, Санкт-Петербург-Калининград. Нет, это нам, это вот мы тоже трогать не будем. Так. Это у нас как бы шестивагонная штука. Это у нас, ага, Ярославль-Казань. Вот это на самом деле, вот эту вот штуку я бы, наверное, заменил. Пусть она как бы и круглокабинная, но. Это у нас, а, это у нас вообще R1, это у нас, ага. Вот, не, ну вот эту штуку я на самом-то деле бы, получается, ага. Да, у нас вот еще все электросекции остались, а мы как бы уже скоро будем заменять. Знаете что? Нет, пусть пока еще поживет, пусть еще чуть-чуть поживет. Что ж, теперь пусть нужно выбрать R9, пусть это квадрокабинную, шестивагонную, вот такую вот красивенькую, новенькую, стильненькую, вот такую вот. Все, отлично. Первая R9E полетела. Так, собственно, вот таким вот образом она теперь у нас выглядит, и вот таким вот образом теперь она здесь вот у нас катается. Вот такая вот красивенькая, прикольненькая, синенькая, сине-белая. Вот она, красавица наша. Можем даже посмотреть немножко на то, как она выезжает. Так, конечно, ролик и так получается очень длинным, но, тем не менее, заполнять его такими красивыми штуками, думаю, что, в принципе, вы будете не против. R9P, вот мне R9P вообще что-то очень сильно прям не нравится. Так, у нас что это у нас? Это вообще, а, это у нас R1 вообще, что это? Белоград-Казань. Давайте тогда управление линией, в принципе, эту вот ту же штуку можно заменить на R9. Хорошо, у нас это была R9P, так что чем бы не заменить ее на шестивагонную, только R9E. Вот такую, чуточку более новую. ФИФ Ивано-Франковск. Так, это у нас что получается? Это у нас R... Это у нас вообще R... Ну, это обычная R9. Но R9 я обычно что-то трогать не особо хочу. Хотя, ладно, давайте пусть будет. Пусть заменим, чем бы и нет. У нас, получается, будет пока что только лишь три такие вот R9E, но, в принципе, тоже неплохо. У нас и так этих R-ок дохренище просто, у нас разновидностей всяких, так что, в чем бы, пусть три уже и ходят, как бы, в чем бы и нет. Ну что ж, в принципе, давайте перейдем то, что последнее, то, что мы должны были сделать, собственно, переходим к красной стреле. Думаю, что вы уже поняли, да? ЧС-2 у нас должен уже уходить в прошлое. Конечно, да, я знаю, что он эксплуатировался еще, на самом деле, довольно-таки продолжительное время в, ну, как бы, не на красной стреле именно, а вообще, в принципе, на железных дорогах. Но, думаю, что ему, в принципе, тоже приходит конец на линии с красной стрелой. Пусть, конечно, да, он красивенький, он прикольненький, но он, так скажем... тоже должен закончить свое существование, как бы, на красной стреле. Собственно, как вы уже поняли, да, конечно же, что может прийти на замену нашему ЧС-2, красная стрела? Это ЧС-2Т, собственно, утюг, как его прозвали в, получается, народе. Он реально ходил, насколько я знаю, в, получается... Он в реальной жизни ходил с красной стрелой некоторое время, даже с такой вот, получается, ну, в виде аминдорфов красных стрелой, да. И вот, собственно, таким вот образом он у нас будет выглядеть с красной стрелой. Такой вот у нас красавчик он будет, ну что ж. И, в принципе, как вы поняли, да, это было последнее действие на сегодняшнюю серию, и на этом мы будем с вами потихонечку заканчивать. Так, где у нас там раньше находится вторая красная стрела? Чуть немного не догоняю. Ага, у нас красные стрелы, получается, обе красные стрелы находятся здесь. На самом-то деле, тогда нам нужно, как бы, ну, если честно, не знаю, у нас, получается, одна красная стрела должна быть на маршруте находиться, или две. Насколько помню, то красных стрел должно быть две, получается. То есть, получается, смотрите, одна отправляется из Питера, другая из Москвы. И как бы они где-то посередине между, ну, вместе встречаются, как бы прибывают тоже примерно одновременно, да? И одновременно отправляются, как бы, из двух городов. Ну, насколько я знаю, так должно быть. У нас, получается, как-то немножечко не так все это дело работает. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, да? Ну что ж, наконец-таки я нашел способ запустить у нас красную стрелу, чтобы она ехала. И теперь мы можем с таким вот красивым видом на этот прекрасный утюг
и на красную стрелу закончить этот, собственно, ролик. Такие вот у нас получилось, на самом деле, довольно-таки длинным. Пусть я знаю, что многие из вас говорили, что хотите более короткие ролики, но как бы многие из вас любят и более длинные. И думаю, что если вдруг захотите, перемотаете где-то, да, тем более повырезаю очень много всего. Ну, а для того, чтобы все-таки он был покороче, не буду сильно вам про это много рассказывать. И с таким вот, как я уже говорил, красивым видом потихонечку заканчиваем. Собственно, это все. Такая у нас получилась серия. Если вам она понравилась, не забывайте ставить лайки. Но про лайки чуточку позже. Пусть я про них уже, как я уже и говорил, очень много раз. Я про них сказал вот эту серию очень много раз. Но все же. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это очень важно. Таким образом вы меня очень поддерживаете, мотивируете. Короче, делайте мне очень приятно. Спасибо большое всем, кто это делает, но всем вам. Я желаю удачи. Всем пока!